Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на спортивно-игровом канале Чувачок, и это мое новое видео. Я начинаю новую рубрику, которая, как ни странно, будет называться «Прохождение команд». Команду Испании я уже прошел и забрал своего Серхио Рамоса. Давайте посмотрим. Давайте я вам пруфы покажу, что я прошел эту кампанию. Вот, я забрал своего Серхио Рамоса. Но здесь есть такой же красивенький парень Умтити, и давайте сыграем матч с Атлетико Бильбао, чтобы забрать нашего центрального защитника. Начинается наш матч. Пишите в комментариях, как мне лучше снимать видосы вот в таких матчах. Нарезкой лучших моментов или полностью матч с небольшими обрезаниями моментов, чтобы уж совсем долго не было. А тем временем мяч у соперника, перехватываем и бежим по флангу к воротам. Обходим на финте и должны забивать. Нет, не забиваем. Сегодня я записываю с микрофоном, думаю, звук будет немножко получше. Пишите в комментариях, как было лучше, с микрофоном или 5 видеороликов без микрофона. 4 из них были по FIFA. Я не знаю, может быть, еще снимать игру Free Fire. Это похожая игра на PUBG Mobile. Также пишите в комментариях. Потому что сплошной контент по FIFA это, в принципе, не очень интересно. И я хочу как-то... В общем, я хочу какого-то разнообразия. Как говорится, ставь лайк, если хочешь разнообразного контента. Забрали мы мяч, производим атаку, но у нас опять его забирают. Что такое? Сыграем мы сегодня, наверное, 2 матча, и каждый выпуск у нас будет по 2 матча. Нет, давайте сделаем так. Как бы вам сказать-то? 1 лайк, 1 матч, 2 лайка, 2 матча и 4 лайка, соответственно, 3 матча. Но если вам захочется, чтобы я снимал без сильных нарезок, там, с комментариями, то... Мне кажется, что матча 2, в принципе, будет достаточно, потому что они идут примерно по 8-10 минут. И 16 минут видеоролика это, ну, очень много. И так уже. Если там подкорректировать немножко, то будет минут 12, наверное. А если 3 матча, то это будет аж 18 минут, поэтому, ну... Решайте, в общем, сами и пишите в комментариях свои предложения. Тем временем у нас начался второй тайм, и пока без результатов у чужой и у нашей команды. Рамос вообще из защиты ушел в нападение. Мартинес отбирает Неймар. Отдает пас. И почему-то сразу же мы теряем мяч. По владению у нас, наверное... 0,0%. Ну, почти там, может быть. Не 0,1. И... Воу-воу-воу-воу, полегче. Давайте повтор посмотрим и начнем комбэчить. Прям вот в самый уголок, в самый уголок. Бам.
Начинаем. Так, что такое? Опять у нас отбирают мяч. Пяти, отбирай. Все. Деку с мячом. Начинает атаку. С очень неграмотно сделанного финта. Контролим мяч, контролим. Стойте, сейчас. Пяти, ну почему ты не сделал подкат, подкат? Вот. Я смотрю ролики многих фиферов, которые снимают фифу именно не мобильную, а обыкновенную. И почему-то они не используют такой, оп, читерский прием. Вообще не понимаю, зачем. Боятся, что получишь штрафной или пенальти, да не каждый штрафной или пенальти можно, в принципе, забить. Но это их дело, но практически у каждого нету подкатов, это вот вообще. А когда сделают подкат чистый, и говорят, о, это что такое? Это сразу судья, куда ты смотришь? Ну, в общем. Не получилось у нас за ком бэчить, и мы еще второй пропустили. Ой, ё-моё. Что такое? В общем, смотрите, сейчас будет комбэк. Не вот прямо сейчас, а... Да, вот такое. Такое себе начало. Но сейчас будет камбэк. Вот видите, запись идет 7 минут, то есть примерно 6 минут идет матч, ну 6,5. Давайте начнем заново. Энергия у нас есть. Уровень экстремальный. Странное значение уровня. Но это нам не нужно, и мы начинаем матч. Инзаги теряет мяч. Иван. Я не понимаю, почему его правда зовут Иван, но не суть важно. Важно, что у него скорость 105 при рейтинге 87. Деку сбивают, но почему-то штрафной не дают. А ну отдай мяч. Пяти у нас куда-то вообще из обороны ушел. Опорник наш. Защитник, ты тут Деку отбирай. Роналдо. Обладатель 5 золотых мячей. Мяч не может отобрать. Ну что такое? Так, давай. Пяти, ну отбери, пожалуйста, ну ради меня, ну ради Христа, давай. Ради своей мамы, ну давай, кто-нибудь, отберите мяч. Вот, уже, воп, 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 воп. Догоняют. Пас отдай. Вот, пас на Инзаги. Забивает. Да, выжили этот гол. Инзаги такой, да, ща. Так, ну, 9 минут идет съемка. Ну, давайте максимальный лимит у нас будет 20 минут, ну, чтобы, в принципе, и мне было поменьше вот эту всю дичь, что на поле происходит, монтировать. И чтобы вам было... Ну, чтобы ролики были небольшие, ну, чтобы смотреть легче было. И, кстати, смотрите, графонистость у игры, вот у игроков. У, я отскакиваем! Я не знаю, как его зовут. Если Аризабалага, то пусть будет Аризабалага. Будем его так называть.
Но он спасает. И это главное. Так, вот такая у нас тики-така. Но не дает она результата никакого. Значит, куда ты пас даешь? Куда ты бьешь? Тихо. Перехватик какой-нибудь замутите. Вот типа такой. Куда ты пас даешь, дебил? Я ж туда даже не нажимал! Не было там вообще даже близко такой херни. Так вот. Я думаю, ну напишите в комментариях, пусть серия будет минут 20, ну то есть матча 3 максимум я все равно делать буду. Поэтому не расстраивайтесь. 3 матча будет. Так, я, по-моему, вроде бы не сказал вам еще раз. Вот заметил, когда разводил мяч, заметил, что мяч идеальной формы, идеальный. Игроки немножко нет. Ну, вы поняли, потому что они не графонистые, а вот мяч, он... Мяч прям идеально, идеально ровный. С чем это связано, я не знаю. Нет. Какую дурь вратарь пропускает. Такой сейв сделал и такую дурь пропустить. Смотри повтор. Ну вот это разве не дичь? Дичь, конечно же. Просто дичь, но... Ой, ломают нашего Инзаги. Дают желтую карточку цвета золота. Деку дает на... Отдает на Неймара. Неймар по-детски симулировал, но никто не увидел то, что он действительно упал. И он доигрался своими силами. Офсайд же был, куда ты... Там было... Был значок, который обозначает офсайд. Но не столь важно, потому что мы опять проигрываем. Что-то как-то два матча проиграть не как-то не в кайф, поэтому... Окей, включаем чит. Вот. Чит включен. Ладно, не, шучу. Так. Это не чит, но должно сработать. Тихонечко контролируем мяч. Контролируем. Оп. Оп. Чпунькс. Жук. Опять потеряли. Опять идут в атаку соперник. Даже... Надо было взять защитную схему в 4 защитника, а не эту атакующую 3-5-2. Да! Да, в девятку Деку забивает! Уа! Сейчас должен был... будет камбэк. Вот 100% будет камбэк. Нужно только... Мяч отобрать, 2 минуты осталось. Давай, 5. Ты же самый мощный, самый мощный, самый сочный. Ну, катая соперник мяч. Ну, там. А нет у нас запасной... А, овертайм, так сказать. Оп. Но в компаниях этой части FIFA есть такая типа фишечка. Если это можно назвать фишечкой, потому что это абсурд. О, Ваня забивает в девятку. Фу, вот это камбэк. Ну так вот, вернемся к нашей фишечке. Вот, фишечка в том, что вот сейчас прошло 90 минут, и мне дали дополнительное время. А есть матчи, где не дают дополнительное время. What the fuck? Скажете вы, но вот такое бывает.
Ой, как деку убрал. Вот, в принципе, финт обычный. Далее пас в разрез. Инзаги. Инзаги в девятку. Ой, красота. Но, в принципе, все сделал деку. Вот этот его финт. Когда он на подкате убрал. И, ну, пушечка от деку. Вратарь. Ой, ё-моё, что я говорю. Соперник начинает почему-то катать мяч. Но ему уже нужно камбэчить. Камбэчить. А он мяч катает. Отдай. Ой! Что такое? А мне хотели нарушение дать. Что? А, потому что, типа, он был с мячом А вот часто что-то... И повтор главный. Все, сейчас в центр пробьет. Центр. Да. А, нет, нет. Не. Ну тут он просто вколотил, вот вколотил. Вот смотрите, я разозлился, вот специально скипаем повтор. Уже 17 минут. Ну вот давайте еще один матч, последний, потом. И все, вот смотрите. Показываю один раз. Нет, не дошел до Рамоса. Мяч, но ничто не говорит о том, что мы... Отдай. Отдай. Так, пяти. Так, сейчас опять сделаю чит, что вот 1 минута остается, но... Нет, все, выбивай. Вот, молодец. А то бывает, даже когда 1 минута остается, еще, допустим, отличается в один мяч, допустим, 1-2, 4-3, ты лидируешь, то соперник любыми способами, это вроде бы называется скрипты, но я, в принципе, не сталкивался еще с таким до недавнего времени. Ну так вот. И я, там как раз счет был, по-моему, 3-2, там счет 3-3, и это было на 90-й минуте, и мне почему-то засчитали поражение, хотя должно было быть дополнительное время. Но. Так. А вот наш красивый парень. Come on, guys. Мтити идет. Сейчас, смотрите, так, музычку сейчас. Так. Ну, вы понимаете, батя. Давайте хоть... А, я понял. Давайте сейчас его в ВС-атаке на позиции нападающего затестим. Переходим. Идем мы в наш состав. И смотрите. У нас, во-первых, общий рейтинг. Вот. И теперь у нас все должно быть по красоте. Мы сделаем вот так. И идем сначала статы по его посмотрим. На позиции нападающего с рейтингом 80. Смотрим. А, нет, сначала... Нет, не будем пока. Скорость 73. Удары 63. Передачи 73. Ловкость 73. Совпадение? Не думаю. Защита 80. Физподготовка 79. Ну, не знаю, комментировать ничего не буду. Наша французская черная булочка должна затащить. Не... Как это называется? Не расизм, а просто шутка. И идем мы в дивизион профи 3, по-моему. Я не успел посмотреть. И отыграл я там 3 матча. Первый соперник попался с рейтингом вот так же, но не 86, а 82. Второй соперник с рейтингом 81. И третий соперник с рейтингом 72. Ну это просто дичь, конечно, какая-то, но... А, нет, 4 матча. Третий попался уже с рейтингом 95. И... Все 4 я затащил. Первый гол. Деку забивает. Где наш Умтити? Умтити, Умтити. Вот, мячик взял. Вот, оп, оп. Так, финт. Что-то как-то с финтами. Ну,
Ну что такое? Ну вот, давай лонгшоти какой-нибудь. Нам. Уж. Так, вот. А, нет, это не умтики. Ну, все равно давай. О, подкруточка, как красиво. Вот, умтити вижу умтити. Инсини не помешает. Умтити, корпус. Мимо. Ну что такое? Деко. А где наш. Ладно, да забьем без умтити. Деко в ди. Деко. Мне вообще-то тебя мама моя выбила, поэтому ты должен тащить. Да, кстати, кто не знает, до. Умтити под круткой. О! А! Что? Вот, в общем, кто не знает. Был специальный. О, умтити первый гол. Был специальный пак с легендами. Умтити, давай второй гол. Оп! Умтити. Нет, не забивает уже все. Вот, был пак с иконами, и там были иконы, ну, с рейтингом с минимальным 85, и мне мама, в общем, выбила деку. Я думаю, мама, что такое, это же самый низкий рейтинг, зачем мне этот деку вообще нужен? Но, я слил Дели Али в СБЧ, потому что он никому не нужен. А вот Деко как раз таки божит. Ну что, небольшой итог. What the fuck, 23 минуты. Так. Ой, так. Идем мы, значит, в состав. Первый итог. Умтити на позиции нападающего. Он вообще во всех атаках практически не участвовал, но. Но моменты свои он реализовывать умеет. Может быть, он с подачи угловых будет забивать. Но пока вот так. Пока вот так. Еще будут тесты множества игроков, допустим, вот такой. Как так? Смотрите, прикол, лайфхак. Кто еще не знал, как сделать? Так, стоп. В общем, лайфхак, как поставить вратаря на позиции, на позицию нападающего, ставить вот так. И теперь поменять. Так, идете до. Вот сюда. И вот так. А здесь? Так, идем. Так, а где наш Инзаги? What fuck? Вот. Легенда канала. Легенда. Прыжки 14. Ой. Тоже надо будет попробовать затестить. Ой, 13 вообще. Идем искать ли. Так, а где легенда-то наша? Стоп, погодите, а легенды разве нельзя? В ротари. Давайте внимательно смотрим. Смотрим. Вратари. Так, вот левый защитник, защитники, нападающие. Вот, иди сюда. Ой, прыжки 15, рефлексы 22, передачи 83, выбор позиции 22, игра руками 22, физподготовка. Ой, 89, ну ты прям... Вот всегда хотел такого вратаря себе, всегда. Даже этот покруче будет. Так, давайте еще раз найдем, я что-то странно сделал. Ну так вот, прыжки. Вот, прыжки 75, прыжки 71.
Так, в общем, ждите. Ждите тесты Инсаги на вратаре. Будем играть в матче. Будем играть один обычный матч и один матч ВС-атаки. И посмотрим. Матч ВС-атаки будем смотреть на статистику. Там будут, наверное, писать «Инзаги спасает». И будем тестить уже в следующем видео Ариза Балагу. Также я не успел, так как я делаю видеоролики, выпускаю каждый день, то я не успеваю выпустить ролик с разоблачениями eSports, поэтому, ну, кто хочет этот видеоролик, ставьте Лукас. Так, ставьте Лукас. Кто новенький и зашел случайно на этот видеоролик, ну, или не случайно, то подпишитесь. Пишите в комментариях, чтобы обо всем об этом. Об этом. Вау. Думайте. И увидимся завтра. Счастливо.